Всемирный день борьбы с раком легкого ежегодно отмечается в начале августа. Рак легкого – одно из самых распространенных онкологических заболеваний в России. На третьем месте после рака молочной железы и толстой кишки. У мужчин и вовсе на первом месте. Каждый год в России выявляется около 55 тысяч новых случаев заболевания. При этом смертность от этого заболевания самая высокая. Каждый второй умирает в течение года после постановки диагноза. Рост заболеваемости связывают с табакокурением, работой на вредных производствах и загрязнением воздуха. Всемирный день борьбы с раком легкого отмечается ежегодно 1 августа с целью повышения осведомленности населения о раке, привлечению внимания к профилактике этого заболевания. Рак легкого на первой-второй стадии, он в принципе течет бессимптомно, поэтому обычно это случайная находка. Поэтому особое значение надо выделять скринингу рака легкого. Сейчас в связи с заболеванием ковид-инфекцией у нас пошел вал больных с ранним раком легкого, потому что всем больным с ковид-инфекцией выполняется естественный КТ, и на вот этих вот снимочках компьютерной томографии, которые высокого разрешения, выявляются дополнительные очаги, то есть которые оказываются раком легких на ранних стадиях.